плохо играю вообще на всех музыкальных инструментах, включая пианино. Но, знаете, это такая давнишняя мечта. Вот. Не умеючи суметь. Есть такие замечательные люди, которые позволяют тебе раскрыться. Знаете, это бывает неожиданно даже очень. Ты приходишь в какую-то компанию, оказывается, что никого нет в этой компании, с кем бы вообще было бы о чем поговорить. И вдруг ты встречаешь просто глаза, которые просто на тебя смотрят. И ты понимаешь, что тебе хочется с этим человеком просто побыть. Даже ничего от него не требовать, а просто ощутить, что ты способен на какие-то вещи. И мне кажется, что в этом чудо искусства. Когда иллюзия становится твоим естеством, ты начинаешь верить в невозможные вещи, они сами по себе начинают происходить просто потому, что ты в них веришь. К таким людям относятся Сергей Тарамаев и Люба Львова. Это люди, которые сотворяют уже восьмой сценарий они уже написали. Снять получилось у них, к сожалению, только одну пока картину. Но этот заряд энергии, который они посылают, и я думаю, если вы видели «Зимний путь», вы понимаете, о чем речь. Это волшебство, которое переходит через энергию в эмоцию и переходит с экрана людям, сидящим в зале. Вначале, когда мы вот первый раз только пришли, это как раз было в Выборге, первый раз решили посмотреть картину, что скажут выборгские, как они отреагируют. И та эмоция, и та настоящее чувство, которое вдруг вспыхивало в зале, это в театре такого редко бывает. А тут вдруг началась просто чуть ли не вакханалия, потому что люди начинали в голос реагировать в кино, когда такое было. И сейчас Люба и Сережа начинают новый проект. Собственно, краудфандинг, который мы организуем, это именно для этого, для того, чтобы снять этот проект, который не находит финансирования в рамках государства, так как мы оказываемся вне формата очередной раз. Но это те настоящие эмоции, которые давно не встречаются уже в большом кино, так называемом. Поэтому, если хотите, примите в этом участие. Я думаю, что это будет очень интересно.